О, заработало что ли? Ну погнали, меня Андрей зовут. Приятного просмотра. Пришел я, получается, домой к девушке. И тут собака что-то боится кого-то, непонятно. Что-то, ну, не похоже на себя. Прячется. Выбежала, мне ногу как обоссала. Вот прям вообще жестко ногу мне обоссала и спряталась снова. Вот что с ней сделать? Кто знает, подскажите в комментариях. Друзья, чтобы вы понимали, короче, у меня друг моется ванной. Сейчас я уже минут 20 воду сливаю. Вода просто леденящая, самая холодная вода. Сейчас мы его окатим. Сейчас будет. План Б, нахуй. План Б, нахуй. Ты долбоёб! Ой, тихо. Тихо, ты ещё не всё. Ты ещё не всё. Да снимай. Давай у него полотенце. План Б, блядь. Долбоёб! Разъебали! Дебил, блядь, ты сам с этого играть будешь, понял, блядь? Разъебали в прямом эфире, пацана! Сейчас поедем, сегодня 9 число. У меня вот с ней ровно год. Ровно год я её терплю. Сейчас поедем на выставку собак, кошек, животных, в общем. Сниму вам пару собачек жестких. Собаки золотая цепочка. Это мир голубей, тут вообще миллион голубей. 1001 голубь. Я первый раз таких вижу. Дай вообще в камеру, дай. Миллион и один голубь, всякие разные. Шоки, вообще есть такие. Ребята, покупаем голубей. Это вообще, посмотрите, какие. Это, короче, вид расчехленный называется. Просто уже расчехлили их 1000 раз. Это полурасчехленный. Короче, тут прикольно, ребята. Ну, прикольно, да, собаки пойдут. Вот она все сразу все захотела, говорит, это мой рай. Ну так прикольно, да, можно посетить, посмотреть, какие собаки есть красивые. Ну покупать, не знаю, стоит, нет. Заехали на заправку, заправились. Сейчас поедем в Галилео, бля.
Парк чудес. Парк чудес, блядь. Сейчас меня удивят, там пиздец. Да, там еще есть лаборатория, но это другое. Там это не было, не знаю, что. Ну, короче, в Галилео поехали. Тоже там засниму немного. Радостный. Да? Да. Ну все, поехали, че. Короче, прибыли мы на точку прибыли, я не знаю, что это такое. О, колечко, смотри, пускает. Ну-ка, вообще здоровая фигня. Сейчас опускаю кальянчик. Воняет, да? Крути. Всем все понятно на этот канал. Вообще голова закружилась. Вы не представляете. Интересно, камера передает такие ощущения, нет? Конечно, нет, тут у тебя пропадает. Конкретно? Подожди, ты... она на самом деле не крутится, да? Нет. А ты думаешь, она что, крутится? Вообще, да, голова кружится. Пошли дальше. Что там? Не знаю. Ё-моё! Ах ты, блядь, меня набугать хотела, что ли? Чёрт сутулый. Пошли. Час перемен убавит турбо на день. Не готов был унять эту любовь, посидел. Ненавижу себя, но живу каждый день. Я только тучи да тень. От небылицы меня знать не хотел. Этот мир загорел для меня. Убивай, зарубай, мое имя. Подожди, стой, я тебя потеряла. Да, ты. Это ты? Ёб, ты чуть не врезал. Пошли! Да. Давай, братуха. Давай, пробивай ему, братан. Давай. Давай. Отобью. Да за него некид, мы попробуем. Раз, давай. Два. О, да ты заебал. Давай, нормально. Теперь давай я два пробью. Давай, мне один остается. Ой, блядь. Ты за это охуел, что ли? Ты придурок, блядь, а? Ты дура ебаная. Че, дура, блядь? Че было? Ты хули так бьешь-то сильно, блядь? Ты охуел? Еще один, давай. Давай еще один. Да ты че пол снимаешь? Давай, да там захват большой. Ты заебал, блядь, нормально бить. Вот давай. Вот этот-то, блядь, мразь-то. Давай. И еще один. По одному же. И мне еще один. Слабенький, давай. Вообще слабенький. Какую?
Ставьте, где ваш? Хорош! Ну вот и подошел первый выпуск к концу, друзья. Закончим его на хорошей нотке. Сейчас тоже там над другом прикольнемся немного. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите идеи в комментариях. Я так-то вообще ебанутый, на голову могу хоть что сделать. Погнали. Я долбоёб, иди нахуй, блядь! Брат, подпишись на канал, скажи. Скажи, сними его. Скажи, подписывайся на канал. Иди нахуй! Подписывайтесь на этого долбоёба. Ставьте лайки. Пишите в комментариях. Чё? Новый пранк, блядь. Только не про душ, пожалуйста, заебался уже. И да, чуть не забыл. Делитесь этим видео с друзьями. Пишите в комментариях любые идеи для новых пранков. Буду рад видеть.